так, вы не поверите, происходит некое чудо. В одной маленькой машинке едет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 и 9 сзади. Короче, скорее всего, еще сюда подсадит какого-нибудь чувака, который еще будет играть на гармошке. А самое смешное, что водитель сидит на коленях у пассажира. Вот это вообще как бы полный автом. Привет, баба. Вот так вот завершается наше приключение в Будгае. Вот. Это настоящая как бы буддийская рикша, потому что здесь как бы может уместиться вся вселенная. Вот, в этой рикше. Но это еще не предел, сюда можно все подсесть человека 3. В общем, удачи нам. Да. Здесь как бы можно. Здесь развивается концепция всей вселенной. То есть вся вселенная находится вот в этой рикше. Да, это человек вселенной.